ütlen oriitaalne kass, pois, väga-väga pikk, te näete, kui pikkal peal, kui pikk keha ja pikkad jalad ja saba. На сегодняшний день это экстремальная порода кошек. Если мы знаем персов, у которых самое короткое, самое компактное тело, то здесь все наоборот. Две экстремальные породы существуют. Это персы-экзоты и сиамы и ориентал. Мы имеем два экстремальных тюрьмы. Персы и экзотики касси, а второе идамайсит ориентал касси. Длинная, абсолютно красивого треугольника форма головы. С хорошим сильным подбородком и почти прямым профилем. Здесь стало немножко светлее, потому что у нас на сцене красный кот.